А вот у партнера Данилы по фильму сербского актера Милоша Биковича нет проблем с водным экстримом. Зато с русским языком беда. Мне трудно разобраться так быстро с языком и с текстом. Мне надо быть как бабочка, а я чувствую себя как грузовик. Российские зрители его пока не знают, но к премьере «Второго Духлеса» в марте 2015-го Милош Бикович будет настоящей звездой. Ему это сам Никита Сергеевич предсказал. Через месяц увидеть сербского актера в роли белогвардейца можно будет в «Солнечном ударе» Михалкова. А в «Новом Духлесе» Милош играет молодого, но успешного чиновника.